И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу про заработок в крипте с нуля, он будет связан с творчеством. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я показываю в реальном времени, как зарабатываю с нуля и уже заработал более $400 на разных темках, разной сложности. Так, теперь про заработок с разных творческих конкурсов. Для начала нужно подписаться на максимальное количество телеграм-каналов, проектов, у которых вообще в теории возможны конкурсы. А именно, это все биржи, ну думаю, начиная от топ-1, заканчивая топ-50, можно даже взять выше. И также разные проекты. Потом мы просто сможем в Телеграме набрать слово «конкурс» и увидеть, в каких чатах оно присутствует, и уже анализировать конкурс. Конкурсов есть много вариантов, могут быть статьи, видео, конкурсы рисунков, конкурсы стихов. Торговые конкурсы это нам не так интересно, потому что они более сложные. Видеоконкурсы также можно найти в чатах биржах. Я, например, нашел в чате биржи Gate.io, как-то снял, выиграл в конкурсе, и мне предложили долгосрочное сотрудничество, и я уже сделал более 145 видео, которые мне оплатили. То есть, как вы видите, можно не только выиграть в конкурсе, а также заключить долгосрочное сотрудничество с тем, кто его проводит. Обычно конкурсы специальные проводят, чтобы найти блогеров, с кем сотрудничать. Обычно в таких конкурсах можно выиграть от $50, и там уже доходит до 1000-2000 долларов. Я участвовал во многих конкурсах, выигрывал, я думаю, более чем 50%, и это давало не только призовые, которые я выигрывал, но и огромные возможности, как я уже говорил, потому что вас могут взять на работу в компанию, в которой вы выиграли в конкурс. Пример Gate.io. И, кстати, у меня есть команды, которые монтируют видосы, и, конечно же, им нужно платить. Я вот не умею монтажить, и поэтому у меня есть монтажеры. Также с ними можно договориться на работу под проценты от выигрыша. Я получу им примерно 30%, иногда больше. Также, если вы не умеете монтировать, озвучивать, то вы можете просто написать своим знакомым и предложить поучаствовать под процент. Так, сдавайте мини-план, когда вы увидели конкурс. Вы сначала читаете досконально правила. Вообще, подходите ли вы под условия конкурса, потому что там могут быть условия от 5000 подписчиков, как, например, в конкурсе от Бисвапа. Так, потом находим монтажеров, сценаристов, ну или сами это делаем. Договариваемся об оплате, главное заранее, и все четко, чтобы потом не было вопросов между вами. Потом мы делаем максимально качественное видео и загружаем его. Проставим теги и все такое. И все, ждете результатов, но помните, что есть вероятность, что вы не выиграете. Также после того, как вы подписались на огромное количество аккаунтов бирж, ну то есть их телеграм-каналов официальных, каких-то телеграм-проектов, монет и так далее, когда вы набираете конкурс, там не часто будут попадаться видеоконкурсы, но когда будут попадаться, будете действовать, как я говорил, сверху, а там будут попадаться, например, конкурс рисунков, конкурс мемов, и вы все так же делаете, даже конкурс комиксов. Даже если вы не умеете рисовать комиксов, вы просто в голове просмотрите, возможно, вы знаете того, кто хорошо рисует, и вы сможете с ним договориться под процент, он нарисует вам комикс. Я вспоминаю, это было месяцев 5, был конкурс мемов, я сделал 5 мемов, накрутил на них лайки и выиграл где-то 1050. Просто потому что я увидел, что идет конкурс мемов, увидел, где именно, сделал 5 мемов с разных аккаунтов в Дискорде, а там были места по лайкам, и просто я накрутил себе лайки. Да, и так можно, это, конечно, не совсем правильно, но победителей не судят. И тогда, кстати, мы это делали вместе с монтажером, по-моему, под 40%, и мы за вечер заработали хорошую сумму. Теперь про амбассадорские программы. Про конкурсы мы поняли, что конкурсы это хорошо, нужно участвовать, максимально проявлять себя креативно, делать даже с друзьями некоторые конкурсы и выигрывать. Все просто. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я показываю, как с нуля выигрываю, там в конкурсах, викторинах, во всяких темках, конкурсах в телеграме, в общем, заходите. Теперь про амбассадорские программы. Амбассадор — это человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете и тем самым способствовать повышению узнаваемости бренда и роста продаж. Например, я амбассадор биржи Gate.io и делаю видео про биржу, рассказываю про нее, сделал уже более 145 видео, в общем-то, довольно неплохо у меня получается. Также, если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate.io, сможете это сделать по ссылочке в описании
получить максимально возможную скидку на торговые комиссии. Также старайтесь стать амбассадорами тех проектов, которые максимально зарекомендовали себя и максимально круты. Ну, например, биржа Gate.io вообще работает с 2013 года и устойчиво, и надежно. Также находится в топ-7 лучших бирж, огромные торговые объемы и, самое главное, очень много монет, и вам не нужно будет переходить с одной биржи на другую, потому что где-то нет торговой пары. Тут есть все. Также, как платит Gate, она платит в токенах, но в долларах. То есть я получаю оплату в долларовом эквиваленте, но в разных монетах каждую неделю. Прикольная амбассадорка. Вы также ищете амбассадорские программы, которые вам подходят по условиям, ну и пытаетесь стать их амбассадором. Да, все получится не с первого раза, не всегда вам будут оплачивать, но это опыт, я считаю, полезный, особенно в крипте. Потому что, например, мне будет легче устроиться на биржу Gate.io после того, как я сделал 146 видео о них, и у меня есть определенный кредит доверия и уже опыт работы с биржей, и как бы обо мне знает, что довольно крутой челик. Недавно, кстати, поторговали на 7 миллионов долларов в торговом турнире, правда, убытки у нашей команды были 10 тысяч долларов, но ничего, бывает. В общем-то, что мы поняли из этого видео? Есть много всяких конкурсов. Как найти конкурсы? Подписываемся максимально на разные телеграм-каналы, бирж, проектов, где могут быть конкурсы. Потом ищем, просто набиваем конкурс, ну и видим конкурсы, которые вообще есть, сейчас проходят. Выбираем, какие нам подходят, пытаемся выиграть. Также заодно пытаемся стать амбассадором каких-нибудь крутых проектов. Всем пока, спасибо за это видео биржи Gate.io и вам за лайки, если они будут, вопросы в комментариях. Удачи!